Почему я согласился участвовать? Собственно говоря, я даже не согласился, я бы вперед паровоза побежал бы участвовать в этом концерте, потому что это дань памяти великому человеку, с которым когда-то меня и лично сводила судьба, когда я, правда, был еще маленьким, но папа мой был известным артистом, и он вращался вот в кругу очень известных тоже людей. Собственно, вот этим обусловлено то, что я сегодня на этой сцене счастлив спеть, как ни странно это получилось, по стечению обстоятельств, одну из самых своих любимых и самых первых песен, которые я научился под собственный аккомпанемент петь. Это замечательная военная песня о земле «Кто сказал, все сгорело дотла». Yeah.